Ладно, не важно. Я тут, кто знает, не знает, поболел в последнее время. Ну, собственно говоря, пребывая в определенном вынужденном спокойствии, удобно писать стихи, вот написал в реанимации первый. Реанимация вижу, выкинь нафиг. Дарина тоже. Дарин. Дмитрий. Видишь, что творится? Я сейчас вас обоих туда вытворил на 3 минуты, потом вернул. Договорились. Дим. Спасибо. Буду. Я не соглашусь. Согласия своего не давал. Равно, как и мои родные. Так. Не глядите прямо на свечу. Не глядите. Я вас научу. Нужно свечку как бы повернуть. Вот тогда она и явит суть. Вы поймите, вам не нужен свет. Кто глядит на свет, представьте, слеп. Вы вглядитесь лучше в полумрак, где клубится первородный страх. Поглядите в темноту за ним, поглядите хоть глазком одним. Там зияет явь, еще ничья. Вот что освещает нам свеча. Там ярится нерожденный свет, о котором даже слуха нет. Кто сумеет, тот его узрит. А свеча? Свеча пускай горит. Давай, браво, ничего не стоит. Я хочу просить...